электроснабжению промышленных производств и интенсивно развивающихся городских и сельских территорий холдинг «Россети» уделяет особое внимание. Подстанция «Слобода» – очередной элемент масштабной программы по цифровой трансформации электросетевого комплекса Белгородской области. Мощности питающего центра будут направлены на предприятия по выпуску продуктов на основе растительных белков, которые выступают в качестве альтернативы традиционному мясному животноводству. Это уже третья высокотехнологическая подстанция, центр питания на территории Белгородской области. Я напомню, в 2019 году мы открыли замечательную подстанцию «Никольская», она была первая. В 2022 году мы открыли подстанцию «Бирюч», и вот теперь с замечательным названием «Центр питания Слобода». Она позволит обеспечить необходимой мощностью и качественной электроэнергией предприятия агропромышленного комплекса, который влияет и на экономику Белгородской области, и в целом на эффективность работы агропромышленного комплекса Российской Федерации. На объекте внедрены современные программные комплексы на микропроцессорной элементной базе, соответствующие международным стандартам. Это позволяет передавать сигнал в Центр управления сетями «Белгородэнерго» в режиме реального времени. Станцию построили с применением только отечественных технологий, комплектующих и систем. При ее создании особое внимание уделили безопасности работы в приграничном регионе. Особенность этой подстанции в том, что она обслуживается без наличия здесь оперативного персонала. То есть мы управляем этой подстанцией и еще рядом сетевых объектов с нашего единого центра питания. То есть диспетчер в состоянии удаленно получать отсюда все сигналы, технологические сигналы, видеокартинку и удаленно управлять и определять все режимы энергоснабжения потребителя. Наряду с подстанцией энергетики построили два участка линии электропередачи 110 тысяч вольт, чтобы обеспечить предприятие как основным, так и резервным источником питания. Влад Калинин, Эдуард Горелов. Такой день на Мире Белогорья.